Налоговая инспекция приглашает налогоплательщиков физических лиц на дни открытых дверей, которые будут проходить в инспекции 11 апреля с 9 до 20 часов и 12 апреля с 9 до 15 часов. В ходе акции специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто и когда обязан предоставить декларацию о доходах, как получить налоговые вычеты и воспользоваться интернет-сервисами, а также ответят на другие вопросы о налогах. При наличии необходимых сведений и документов граждане смогут прямо на месте подать декларацию о доходах, проверить наличие задолженности по имущественным налогам и получить квитанции для ее погашения.